4 сделаем. И просто фарш надо. Убиваем мобов, не? Да. Пуляй этих двоих, отводи их от рейда куда-нибудь в стороночку туда подальше, к, ближе к фрее. РДДшники близко не подходили, потому что сейчас все поряжете нахуй. Я стрим обратно. Ладно, ничего, ребят, next раз точно убьем. Next раз. Ну, ты видишь, сколько тут людей, которые не из мейн состава. Там он док сидит, чилит на Будабе, блядь. Палил. Он мне писал. Не, ну, блядь, Визакса точно хаем. Визакса без вариантов. На Визаксе и тактика простая. Туда-сюда, туда-сюда. Да, бегать просто как дебилу, нахуй. Если ты не умеешь бегать, то ты вообще конченый дебил. Свистнулись по второму, у которого больше хп. В череп играем. Ну, я там хп зарезали, на 30 лямов меньше хп, чем было, блядь. Как его нахуй не убить, я сейчас не знаю, блядь. Опять порезали, блядь. Да, они в крысу резанули хп, блядь. Они не писали об этом. Ну, это неплохо. Это неплохо, плохо то, что люди нихуя не учатся играть. В черепок. В черепок, артстайл, покаяние. Понял, блядь. Да то он сильно не бьет, можно всех заебать. Кливайте их все, ставьте кучненько, блядь. Блядь, как вовремя. Даже. А, говори. Блядь, а что у тебя с телефоном? Я не слышу нихуя. Не бейте лока, зачем вы лока бьете? Бейте лока, бейте. Мамбо мелкого бейте. Блять, холера, сука. Да, ты уже на кнопочку, блин, долбала. Извините, это выключил. Соф, ты каком-нибудь статике состоишь, нет? Софт-софт. Ну, по-моему, сговаем. Ясно. А этот... Санёк тут? Срез. Я слушаю. А ты когда... Почистите, пока трэш, мне там 5-7 минут отойти надо позвонить. Когда и... пойдем паладином? Первый статик, десятку. Воскресенье. Ага. В субботу у нас стоит нексы всякие. Волки. Вы же Адаган убивали? Десятки. Нет, ты чё? Убивать. Мимиронов проще кто-то убивал. Мы тебя ответим. 5 минут, да, у нас пауза. Не
Мирона нет. Ну, в смысле, ХМ нет. Да давайте трэш. Алагона, Алагона. А, Алгалон, да мы йога не осилили, ты че? Да какой Алгалон, если я не ошибаюсь, он открывается, когда хардмоды убиваются. Или нет? Ну нахуй, мы, блядь, прошлой субботы ебашили, пиздец, ну в жопу от Алагона, блядь. Там все звезды не работали, короче, блядь, в порталы нельзя было завести, там уже. Ну что, починили? Вроде говорили, починили, вот в воскресенье пойдут, посмотрим, блядь, если успеем. Значит, мы пройдем сейчас за двух человек на замену будет, блядь. Не знаю, как будет, блядь. Давайте хотя бы тряжу пьем, блядь, или курим. Треш надо бить, блин. У кого там есть саппортка? Раскидайте метки. Так, я тут бегу. Блять, все звонят, рыба есть, блять, рыбы нету, нахуй, блять. О, заебись. Ну-ка, на ёберный театр. Давайте их одного, блять, по ляму хп. Как у них так и было по ляму хп. Лям 100 или лям 200, блять. А кто там сагрил? Что не получается, блядь? Ну зачем даже в инвизи туда идти? Неметок ни хрена не было. Кто? Рога, походу. Рога пишет, был в инвизи, его на него сагрили. Ну у меня тоже такое было один раз, когда мы, блядь, здесь были, я за рогу был. Второй пак, когда агрили, я подхожу к этому мобу, они меня, блядь, с инвиза палят, я не смог сапнуть. Я хотя со спины аккуратно подошел, блядь, сбоку так, по-красивому. Дети, можете шкаф поставить, я уже закончил. Лечу этот зачарпин. Вообще надо было, чтобы все упали и комбат спал. Зачем мы диван давали? Блин, в диване бы накинулся вообще ништяк. Блин, удобно было стоять. На ком комбат надо, походу, сдыхать всем. Квин, это тебя тоже касается. Войд без... комбата. Квин, инвиз прожми. Можно, блядь, быстрее нахуй не афкашить? Алло, блядь. Он писал, он отходил, по-моему. Я не вижу, чтобы какой-то из мобов кого-то в таргете держал. Да это еще, наверное, это еще старый комбат, походу. Сторима. А, это от мобов этих. Значит, надо, чтобы все сдохли, на ком комбат висит. Так я и говорил, что надо, чтобы все сдохли, а не кто-то выживал. Я и тут уже тогда сдыхать. Альтер 4 сделайте просто, и все. Да забей, сейчас на трэш обратно умрем. Все, на ком висит комбат, сдохните, или просто Альтер 4 нажмите, перезайдите в игру. Надо генерала сейчас разъебать, там, блядь, в принципе, нихуя сложного. Моба порезали там тоже, у него моба 13 или 12 миллионов хп, это просто хуйня. Слышите, озарение как ману резает? В процентах или как-то? Да. А, проценты от маны и друида, который тебе дал. От базовой? Не знаю, базовая там или это. Ну, в смысле, без бафов, да. И я, короче, не помню формулу, блядь. 225%. А это, ну, если гимн
баф маны увеличен на сколько там, на 20, да, процентов? Этот не влияет, да, на Азарку никак? А от тотема, нет, который шамановский, гимн плюс тотем влияет, потому да, что... Да. Да. Короче, смотри, мы сейчас сделаем хуйню одну, как делали тогда, этот, как рассказывал Слава с этим. Кинем два СС-а, например, на Хао и, например, на Васю. Наоборот, на Ретрика. Наоборот, на Ретрика вкинем, на Ретрика, например, и на Холи Пала кинем. Хотя это хуйня, пацан, с один Ретрик всего. Да ладно, я думаю, так. Бигшот, тоже Ретрик. У нас, блядь, этот... У него хп, посмотри, 48, ебать, было 73. Все комбат поскидывали, нет? Сейчас они кинет. Высохнут, я хуй знает. Не должны просто высохнуть. Женек, нажми Alt F4. Бигшот, нажми Alt F4. Мораль, нажми Alt F4. Я только что пробовал на 5. Просто метки грамотно вносите, и никто сохнет не будет. Только что накинулся комбат, надо всем падать. Ну... Нас на всех нету, кроме вас. Alt F4 нажми ты и бигшот. Здесь стоял Квин, блядь, у которого, блядь, комбат висит. Вот поэтому оно, блядь, и обновилось. Женек, он перезашел, у него нету. Всем падать не надо. Сейчас, блядь, первый вайп на боссе. Я, короче, сам долетел. Уже спускаюсь. Хорошо. Так. Что, кикнули, потому что меня не было? Мы тебя кикнули, потому что у тебя комбат висит. Я 10 раз говорю, нажми Alt F4. А ну я же сказал, ну есть возможность отойти? Мне говорит, да. Я отошел. Да ты не очкуй, все заебись. Тыкайте шкаф. Внизу шкаф. Идем вниз. Только аккуратно, блядь, не растягивайтесь, как говно по проруби, блядь. Так. Ару, коня вырубайте. Так, раздавайте фулл баф, быстрей. Рыбу поставил. Ешьте рыбу. Артстайл, спускайся вниз. Так, смотри. Вот этого моба печеньку сапаешь в... Нет, в ромбик. В ромбик. Артстайл, скидываешь покаяние. Звездочку. Волшебник шипни. Получится? Все, добро. Давайте, проверяйте бафы. Чек даю. Ты там на присутствие, на всю остальную хуйню. Треморы, шаманы, то же самое поставьте обязательно. У нас в трех пати есть шаман, чтобы меньше, блядь, этой хуйни было. Рога, давай, иди пуля, этот, сапай. Только аккуратно к нему, левее подходи с левой стороны. И сап. Все. Иди, Артстайл, кидай покаяние, шипай, иди, этот. Все, отходите все сюда. Отходите, отходите назад. Они придут сами. Нахуя вы этот в корни его закинули? Снимите с него корни, блядь. Ну. Заливайте РДД тогда его, стойте. Сейчас он не подойдет. Он корни с него закончится, он подойдет к нам. И башим. Грипай следующего. Любого одного, быстрей. Кто-нибудь один, одного грипните. Все, кливаем этих двоих. По тем контроль держите. У нас 58 магов, блядь. По всем дайте шип, обновите просто и все.
Короче, тут на этом боссе мана хилов зависит от того, как выносите мех. Все. Да понятно. Если лишний урон не лутать, то тут нехуй хилить, кроме танка, блядь. А танка будет хилить два холипала, блядь. У нас 4 мага, это 4 блинка, ебать. У нас 2 лока, которые могут сразу этот портал поставить. Локи сразу, давай. Блядь. Мы сейчас будем расставлять когда метки, ставите сзади портал, блядь, и этим порталом выносите эту хуйню. Не слакать. То же самое это касается магов. Блинком сразу улетели, нахуй, не хилить. Нормальные люди, блядь, этого босса убивают во время выхода элементали, у него остается 15% хп, блядь. То же самое, Рога. Сапаешь вот этого, сапаешь звезду, пока я... Блядь, дайте я метки буду ставить, пожалуйста. Сапаешь звезду, в этого, в печеньку покаяние, в ромбик, этот, хекс, или там шип, волшебник. Давай, сапай. Поехали, покаяние в печеньку, шип и ромб. Все, убиваем этого. Ебать, это что было, нахуй? Грипните того, что кастует. Грипните того, что кастует. Убиваем. Касты можете ему сбивать, сало воткнуть, стан на него работает. Поехали по следующему. Ебать, сало 10 секунд. Я хуею, блядь. Можем мне такие кнопки в PvP, блядь? Он заебись. Арену буфало проходить. Ха! 60 метров блинк, ебать, за колонну спрятался, блядь. Мне еще как ДХ скилл подпрыгнуть вверх. Взлететь и блинкнуться, ты за ареной хуяк. Ты за ареной стоишь, клацаешь, а они все равно в сале стоят до сих пор, блядь. Нормально. Я думаю, я бы топ-1 взял в соло, нахуй. Если бы у вас двое таких было, интересно, что бы это было. Пиздец, так. Было. Звездочку сап. В этого, блядь. В печеньку покаяние. В ромбик шип. Подходи аккуратно, правей, сапай. Там все должно сработать нормально. Все, покаяние скидывайте в печеньку, шипайте эту хуйню. Все, работаем. Играйте в печеньку, забейте на того, этот нихуя не делает. Играйте в печеньку. Потому что он, блядь, в шипе нахуй, блядь, кнопки клацает. Мне нравится, кастуется скачок, ты его сбиваешь, он не сбивается. Хотя, блядь, написано, что сбил. Класс. Грипайте одному. Любого. Давайте по ромбику. Играем по ромбику, эту хуйню кливаем. Трассировочный койл, на. Да зажигательный был, блядь. Угу. Я помню, так прикольно стрелял. Трассеры зажигательные обычные, трассеры зажигательные обычные. Охуенно. Выглядит, конечно, красиво, блядь. Так, Мишаня. Сейчас поменяю, сделаешь как обычно, все по-красивому. Иди на позицию. Ко мне в группу поставишь, я хил тотем воткну усиленный. Давай не понял, кого кому? На боссе, на боссе. На боссе кому к кому? Срез говорит, танка поставишь ко а, мне. А, хорошо, хорошо. Хорошо. Чтобы я его тотемом хилил. Хорошо. Я думаю, вообще мы сейчас сделаем, блядь. Тебя к танку, туда еще 2 шп. Угу. И рейтрича, блядь, чтоб он хилился, блядь, спокойно, блядь. Так шипа же ебут нахуй подметку. Мелкого бейте, алло. Моб вышел по мобу. Шипы шутеришь, в смысле шипы ебут. Я имею в виду, чтоб они хилили, блядь, танка, чтоб не надо было, блядь, сильно по мане садиться. Они ж хилить будут дохуя, блядь, потому что они бьют дохуя.
Понял? Там, во-первых, тотем, во-вторых, ретрик, и ШП, блядь, и вся хуйня. Ты такую хуйню не пиши, там, чё по тактике, блядь. Сколько уже ходишь сюда? Уже в интернете все прочитать можно, посмотреть. Только на такую хуйню. Ребята, в следующий раз, когда мы сюда приходим, на следующем КД, если кто-то отупит и что-то не знает, я начну хуярить ГП. Меня эта вся хуйня реально заебала, что мы тут ходим, гладим друг друга по голове, блядь. Есть нахуй Ютуб, там много нахуй интересных видео, надо, блядь, снять с своих глаз, блядь, бараньи яйца, нахуй, и смотреть вперед, блядь. Что происходит? Кто какие кнопки нажимает, кто как сейвится, блядь, и все остальное. Даже есть, блядь, люди, которые ходят, стримят здесь, на данном сервере, и там видно, блядь, все. А вот это ходить, блядь, дурака, нахуй, включать, я ничего не знаю, ничего не вижу, так вы охуеете от ГП, блядь. Не убейте. Пожалуйста. Мелкого бейте. По-моему, знаете, по-моему, как... по-новому. На, сука. Я не бил, по-моему. Да за вертуху ему нужно. Чтоб не пиздел дохуя, бля. Я ему жопу дал. Ну, не помогло. Ну там эффект взрывной ловушки, тут без вариантов. Ну чтоб не эффект взрывной жопы, блядь. Так, добавили. Слава, поставь метки, пожалуйста. Я в ретрика. Ты в ретрика. Какие вам метки, сразу мне скажите, а то я нахуй без меток привык. Ставь здесь квадрат, вот где мы стоим, даже чуть ближе, вот так. А вихрь Гавайи, 4 плюс 8, понял. Ну нормально. Вот тут ставь вторую метку, блядь, где я вот стою. Я не знаю, любую похуй. Тут, соответственно, блядь, должны два лока поставить порталы. Ой. Там, где лока портал стоит, метку поставь. Так, вот тут ты говоришь? Да, и... да. Туда будут выносить метку, где стоит крест, туда выносят метку всю хуйню. Третью вот сюда ставь, где я стою. Вот сюда. Не именно в крест, нахуй, а просто в эту сторону. Вы выбегаете дальше. Не именно в крест, а бегите вот так вот, нахуй, просто, блядь, почти что в Долоран. И Локи, можете портал свой поставить где-то вот тут, сюда дальше. Оба лока поставьте. Вот здесь будете ставить, здесь будет 40 метров, блядь, и как раз до босса доставать не будет. Переставьте оба портала в крест. По тактике, блять, значит, летит фиолетовая хуйня, выбегаете в крест, вешается на вас другая сопля, выбегаете в этот, блять, заговариваюсь. Фиолетовая хуйня летит в квадрат, выбегаете все в череп, когда на вас сопля, выбегаете в крест. Если не выбежали, хилите босса, 200 ГП сразу, нахуй, с подхода, блять. Кто ебется в глаза, будем, блять, значит, жрать ГП. Сдохли после того, как появился элементаль, 200 ГП, блять. ДБМ наносит прям по центру, ебать, на ком, блядь, это хуйня. Когда выйдет, блядь, моб, ДБМ работать не будет. Тогда надо, блядь, значит, протереть фары, блядь, свои диоптрии, блядь, и смотреть внимательно, летит нахуй или нет. Шевульпа, что там у тебя? Все, подтвердил. Паша тоже, блядь. Бафы проверяем? Я на фазе с мобом, вам буду аносить, когда вам убегать. Слушайте, Хао, он стоит, блядь, в РДД-зоне, он все видит. Так, по пати то, что мы хотели перемешать, правильно, блядь? Так. У меня же сюда, есть. Сюда, срез сюда. Валера сюда. Сюда, сюда. Сейчас я сделаю. Вот так и вот так. Можно, кстати, Ладомира и Лириэль размешать с магами всякими, чтобы маны побольше было. Можно. Так. У нас Лириэль, он тоже этот, ночнорожденный или нет? Владимир Эльбезный, я Эльбезный. Так. РДД, без лужи вообще не кассите просто. Нету пока дебатов, не будет урон. Лужи, никто не дамажит из РДДшников. Полетела первая хуйня, вы перебежали в череп, стали обратно, блять, в квадрат, появилась лужа, начали дамажить. Understand?
Ну, всех тоже перемешивать, блядь, ну то тогда хилы будут без маны, это тоже хуёво. Давай туда, блядь, закинем. Ну, ставь лапы. Волшебника. Волшебника вот сюда. Вот так сделаем. Да-да, и споры не клевайте, там скажут сначала. Чик-чик-чик-чик-чик. Не так, сейчас немножко не так. Вот так сделаем. Да? Я друля еще к нам закину. А друль зачем? Я специально ретрика закинул, чтобы он хилил. Ну ладно, пусть будет хрен с ним. Пусть хилит. Проверяйте бафы. Проверяйте фласки, всю хуйню. Слушайте Као, он будет говорить, перебежали и кто выбежал из метки. Потому что я стою в мелизоне, бегаю, этого не вижу, блядь. А когда я скажу, это уже будет нахуй поздно. Смотрите сами за своими дебафами, там нихуя сложного нету. Все напулы в Вайда, и напуливайте на него в течение всего боя. Не раз напулили с пула, и все. А напуливайте на него все время, потому что РДД будут, блядь, сильно дамажить. Если они сорвут агро и сдохнут, это будет вайп, потому что на босса таунт не работает. На него нужно только напуливать. Да, и на моба тоже таунт не работает. Тоже моба да, сразу же этот, на моба обязательно тоже напулить. Два холлипала можете стоять в мелизоне. В принципе, я думаю, наверное, даже можно все, блядь, хилы ставить в мелизоне, да? Да. РДДшников у нас нахуя? Все хилы можете ставить в мелизоне, блядь, бить его лапками, блядь, регенить этот. Старфол, блядь, хуёл там, петов своих ебаных, всю ту залупу держите, блядь, на поводке, чтобы они не били, блядь, споры. Нечаянно выкинь нахуй с панели сразу старфол, блядь. Чтоб не было вот этой хуйни, я по привычке, блядь, нажал. Цепухой, соответственно, тоже не бить, когда спора в мелизоне, блядь. Не выкинь, да, бери подальше чуть-чуть. Чек даю на пул. Дам ДБМ пул, потом будем пулить. Уже не убил, переживай. Припод оставляете на элементаре. Там можно сейчас выпить один, потом второй. Немного. Давай, 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 на пулы сразу по войду пошли. Смотрите, в... да, говорю, никто нахуй не дамажит, нечаянно стоит, хуярит, блядь. Пока лужи не будет, никто не бьет, начинает хуярить. Ну вы ебанутые, блядь, или вы меня не слышите, или специально, блядь. Экономите, бежали. Побежали. Резче, блядь. Если вы видите, что вас пиздит, блядь, блинк нахуй нажмите. Смотри, сейчас скоро будет метка. На второй фазе это будет, блядь, смерть. Бежали. Лок. Метка, квейзер. Хорошо. Дальше, дальше. Стабилиты там летают, нахуй. Авиатор. Не бегайте, блядь, не летайте. Смотрите, сука, внимательно, ебать. Ну что там тяжело отбежать, сука, бежали. 8 метров, блядь. На второй фазе это сразу смерть, нахуй, блядь. Без вариантов. Убежали. А, нет, пищу встали. ДПМ пиздит. Сейчас ебались. Понял. Стойте четко в квадрате, блядь. Убежали. Лоя, выбежал. Перебежали. Нихуя не помню, че я не дамажу вообще нахуй по нему, блядь. А, ну ж хасту режет, блядь, да? Угу. Угу. А я, блядь, без раги. Перебежали. Что за хуйня? Пилар. Станьте сраную метку, блядь. Стали в квадрат ровно, блядь. Перебежали. Хеймдаль, выбежал. Паша, Хеймдаль. Вышел быстро. Быстрей, Паша, ты хилишь его, блядь. В десятке та же хуйня была. Ты стоишь, блядь, ебулишь. Ну что тяжелого выбежать? Ну, блядь, ну еб... Перебежали. Проценты 3-4 нахилил, блядь. Лям выхилил. Ну, лям, блядь. Есть. Перебежали. Смотрите аккуратно, спора в мелизону подлетает. Просто, блядь, надо бегать, нахуй. Просто бегать, сука, что сложного, блядь? Перебежали. Какой молодец. Какой молодец, нахуй.
один адекватный человек и лок нахуй вынес красиво. Все, блядь. Перебежали. Собирается, готовьте напуливать. Готовьте напуливать, блядь. Это не значит, что надо нам сферу сейчас разъебать, блядь. Не ауешьте там нихуя. Моб сейчас выходит. Даем. Напули, напулили на славу. Подручный, подручный. Напулили на славу. Геру дали. Бьем. Смотрите внимательно, блядь. Шевуль по 200, блядь. Перебежали. Да, полетели, космонавт. Перебежал. Анонсит. Летит. А это не кот. Квин вышел. Квин. Вышел с рейда, быстро, блядь. Давай. Перебежал. Моба бейте больше. Где ДПС, блядь? Юрчела, 200. Перебежали. Перебежали. Таким же, Квин. Побежал, Квин, Квин. Подручный, 200, давай по делу, 200, блядь. Прибежали. Прибежали. Сейчас скоро метка будет. Лоя, 200. Бейте нас. Разворачивайся. Не ебулите с метками, бегайте сейчас аккуратно. Перебежали. Не, Хеймдаль, Паша, Паша. Мой вообще хорошо вниз. Плюс 200. Съебались. Че просто не сдохнуть, бейте, блять, и все, и бегайте, блять. Тебались. Скоро метка будет. Приготовьтесь. МРДДшников по количеству хватает. Какой молодец, метка. Хорош. Почему, блядь, люди умеют нахуй выносить, а остальные стоят в глаза ебутся, блядь. Просто бегать, блядь, просто, блядь. Нихуя ж сложного в том, чтобы, блядь, нажать букву W, блядь, перебежали. И побежать. Паша, вынес. А, подожди, это не та хуйня, сорян. Это просто было дело. Все, 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 это сопля, я не, я проебался, рано, блядь. Перебежали. Скоро метка. Будь готовьтесь, готовы, блядь, выбежать. А если бабл нажать? Не надо ничего нажимать. Су, 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 вышел быстро, вышел, Вася, Вася. Так, хилы в РДД перешли. Выходите в РДД зону, хилы. Только два холипала остаются тут. Вася, с Эфарина, срез, все в РДД выходите. Остались только два холипала. Прибежали. Че, вы людей резали? Нет. Попробуйте. Квин тоже 200, да, заработал? На них дебафа не будет. Перепишали. На них дебафа не будет, помогут побить. Да, кстати, тема. Квизер, квизер. Квизер, блин. Смотрите внимательно, квизер. Быстро вышел, лок. Быстрей. Давайте не отвлекайтесь, блядь. Побэрить, похуэрить. Дамажьте, блядь, так убьем. Сколько тут до берсе осталось? Я не вижу, блядь. 2,5 минуты есть. Ну, 2 минуты у нас есть. 8 лямов, блядь. Бегайте просто и все. Ничего сложного нет. У нас сухие хилы вообще в ноль. Кроме меня.
Я еще похилю немножко танку. Холипал, вы резаете ману в мелизоне, нет? Перебежали, я могу гим дать. Он помрезает. Попробуй. Дай. Нечаянно там дарма. Да сейчас мили сбегает. А че у меня берса не пишется, блядь? Перебежали. Минута 48, да? У меня не пишет, блядь, почему-то. Дебаф, а кстати, спал. Дебаф спал. Может, не шо. Вроде нормально. Перебежали. Тут просто сейчас бейте и выполняйте нормально тактику, все. Давай. Да, прибежаем. Сколько там минут один осталось? Минут 20. Да, успеваем. Да, успеваем все. Просто, блядь, танка не уроните и бегайте, блядь. Чтоб эта хуйня не уебала в мелизону, блядь. Нахер, блядь, ебать. Блядь, ну что вы делаете, сука, блядь, не расслабляться нахуй! Валера, блядь! Просто лям нахуй захилил. С меткой нахуй, сука, в другую галактику сразу, блядь. Прибежали. Жопу они, блядь, расслабили, убили нахуй, убили. Сильные игроки. Я его хилю, Так, не резкайте никого, блядь. Без мяча упал. Да, пушка, все, блядь. 200, блядь. Дает им по 200, а мне что-то пишет хуйню какую-то. 500. А? 500. Ну я нажимаю под... Ну одному человеку дало, у меня пишет и все. Одному. А, то типа надо не быстро нажимать, я понял. 200. Что-то с аддоном какая-то хуйня, или далеко лежит, или что-то. Иду покурю, блядь. Срез, накинь, пожалуйста, блядь. Шевульпи 200, давай по делу 200, Илои 200. Так, латный пояс. Латный пояс. Владимир, тебе надо, нет, или это говно? Уху будешь брать? У нас критой сорпой, хуй знает. Сейчас будем смотреть. Так, никому пояс не нужен. Артстайл, тебе отдаю, распылишь. Пас. Манускрипт. Это такой же за ОД продается, правильно или не? Или не продается? Продается, продается. Тогда нахуй, артстайл распылишь. Так, сапоги. Хасткрит. Ах, крит меткость, хасткрит, говорю, блядь. Андрюль, тебе надо, да? Да, но я похуй не возьму, арстал возьмет. Поэтому лучше сапоги возьму. Крит меткость. Держи. Пуха, критарп. Два сокета, блядь. Никого не обидел. ГЦ арстал. Ну тут только мы инспек я и артстайл нажимал больше, типа, блядь, ну. Ну я понимаю, ты уже не вывезешь по приору, да? Ну я до этого не вытягивал, чуть-чуть не хватало. Писовая пуха, блядь, 239-я, блядь, два сукета. Единственное, что она, конечно, для ретрика хуево, что она арп дает, блядь, но все равно. Не, ну она, конечно, бомба. Не, она крутая, базар ноль, блядь. Ну, для ретрика, я так просто, ну, другой просто для ретрика хорошей 39-й, типа, нету сульды. Да, тут другой нету. Ну, а в этой силы дохуя. 130. Не, ну, как бы, вроде должна была быть какая-то. Не, нету. Это с десяткой. Единственное, что можно взять, типа, на ретрика другое, это вот эту штуку. Да. Ну, других вариантов я не знаю. Какую на него еще можно взять пуху нормальную, блядь, чтобы она была 239 с нормальным ДПСом. Ну вот, только 232 с десяткой, ну, все равно.
ну, с десятки с всех сторон, она все равно на ней ДПСа меньше. Ну да. Ну, все равно это бесово. 244 ни на чем столько больше нету. Вот только это копье, которое я линканул, и все остальное чистая хуйня. Че, мы дальше идем? Нет? Давай покурим 5 минут. Попробуем, сейчас пару траев дадим. Мне скоро отваливать надо. А если хотите, вместо меня кого-то возьмете, доберете, потрайте. Ну, мне надо ехать за женой. Я в 5 тоже выхожу, так что мне надо встать. И это тебе сказали, кто у тебя будет? Мальчик. Это красавчик. Ну, конечно, блин. Ну, я остаюсь в рядках или танк? Ну, тут же по 2 танка надо. Да. Угу. На третьей фазе танка не хватит. Вот у нас сейчас РДДшников просто пиздец, блядь. Тут можно сейчас его разъебать, нахуй, в плюс 0, понятное дело, блядь, изи. Надо вылететь наверх, запустить всех хранителей, блядь. Делай, мы его должны потушить, нахуй, блядь. В галерею я залетел, блядь. Ты спросишь, кто танчик узнает. Я могу не спрашивать, все равно придется рассказывать. Согласен. А че, Мимирон, где? Да, ребят, вот он. Я запускаю. Малой внизу уже. Я думал, вы меня не убили, что ли? Внизу вот. Так, ходер я запустил, Фрея там только остался. Сейчас я запущу ее. Давай. Тори моя запустил. Всех завели. Давайте курите там 2-3 минуты. Сейчас подходят все, расскажем, будем пробовать. Че, мне там накинете напало потом, ИП, за этот... Накинем. Но я тебе только накину за двух боссов, потому что ты паладином КД не лутал, и тебе за фуны, соответственно, ЕП давать не буду. Логично? Да как хочешь. Не, ну я тебе по-честному говорю. Ты паладином КД не лутал, правильно? За первое убийство и генерала в хэме, конечно, сейчас тоже епехи накинем по-красивому. Че же, Ник? А че, Боул Т-10? Ты разве в статике? Воскресенье у меня будет, да. Да, там, кстати, первый статик этот. В понедельник будет десятка. А завтра на Экстрамас будет или не будет? Валера должен там вести, по идее. Если Валера не поведет, я поведу. Мало ли. Или стресс. Я завтра в ночь ухожу, я не знаю, завтра зайду, не зайду. Может быть, и схожу там на пару часиков в рейде посижу. Может быть, Осока сбегаю с вами, а в Накс не пойду.
Захотите. Создал событие на первый статик. На воскресенье. Это что, проверка? На ФК. Поставьте шкаф, посумоньте людей. А, кстати, шкаф стоит. Артстайл, что там у тебя? Сумонишься? Так, пати обратно перемешать. Сюда, сюда. 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 Давайте выходим с АФК. Ставлю рыбу. Ешьте все рыбу. Значит, рассказываю по поводу тактики босса. Вот видите, зеленые лужи бегают. Если вы в нее наступите, появится лишний моб. Это нахуй не нужно. Поэтому будем бегать по кругу. В мелизоне будут бить артстайл, мораль. Хотя вначале нет. Вначале попробуем чисто РДДшниками. Если вести не будем, там у них ХП порезали, может одними РДДшниками завезем. Если нет, тогда зайдем в мели, будем бить. Будем бегать по кругу, в лужах, соответственно, не топтаться. Будем все время смещаться. Мобов надо убивать под боссом, чтобы когда умирает моб, оно отнимается ХП у этой вот бабы, которая стоит. Сара, блядь. После того, как она сдохла, появляется, блядь, башка, появляются щупальца. К большим щупальцам милики подходить не должны. Они сломают сразу ебало. Милики бьют маленькие, РДД бьют большие. Большие щупальца когда появляются? Их надо залить очень резко, как дерево на Фрее. Если вы щупальцу резко не зальете, она начнет стакать на ней стаки и, блядь, начнут люди умирать. Плюс ко всему, есть хуйня такая, типа, как пакт на лане. Между двумя игроками полоска. Надо сбежаться друг к другу, там, врать, не знаю, метров 8-10. И ждать, пока она не пропадет. Плюс, после того, как поубиваете щупальцы, начинают появляться, блядь, порталы в комнату. Заходите в комнату, там мобы стоят, желтые. Они не агрессивные. Просто их надо поубивать, заходите в комнату, бьете мозг. У вас времени на это все минута. После того, как видите, что остается там секунд 5-6, и мозг еще живой, выбегаете через портал такой же, как заходили. Соответственно, следующая комната опять заходите, должна ДПС охватать, комнату эту мозг запиздить. После того, как убили мозг, у босса становится 30% ХП. То есть у него там всего лямов 60, нам надо будет убить только 30%. У него будет 30%. Мы убиваем плюс 0, у нас тут апнутый урон, апнутая ХП и вся остальная херня. Отхил увеличивается, все остальное. Будут зеленые такие, блядь, лужи. Ну не лужи, столбы такие зеленые, как вот когда мы утюга бьем в хейме. Есть синие там лучи такие двигаются по комнате, красный и зеленый. Вы заходите в этот зеленый и в нем пополняется здравомыслие. Если у вас закончится здравомыслие, босс вас возьмет в МК. Придется вас запиздить и въебать вам 200 хп. Я надеюсь, это должно людей замотивировать. Милики же в комнату идут, правильно? Там похуй, кто в комнату на самом деле идет. Ну, наверное, да. Мы сделаем так. Первая пати, вот у нас 5 миликов. Мы в комнату идем. Всего в комнату должно зайти 10 человек. С нами в комнату пойдет Суф, Хилить и Хао.
И с нами еще туда пойдет в комнату два ханта и нечаянно. Два ханта нечаянно. Первая пати. Артстайл, Рога Тога, Женек, Мораль, я. Хао и Суф. Вот нас заходит туда 10 человек. Все остальные тут. Все поняли? Если кто-то кому-то что-то непонятно, поставьте там минус, блядь. Напишите, я тупой, я не понимаю. На второй фазе все диспелить, все. Я шаманы ставят очищение. Тотемы очищения, диспельте все дерьмо. И на второй фазе, когда куда заходить, портал черный такой, как на Авгалоне. Ну, блядь, ты что, не видел? Как тебе объяснить, какой портал, блядь? Да, обычный портал, как в этом, блядь, в Оки. Черный портал. Черная хуйня, такая сфера, блядь. Заходишь в него, там будут мобы. Ну, оно там локация, может быть, блядь, хуй пойми, шторм, там, блядь, еще какая-нибудь херня, ну там похуй. Мобы будут желтые. Просто этих мобов быстро поубивали, блядь. У них полоска ХП желтая, не красная, блядь. Их быстро поубивали, побежали в комнату с мозгом. Сильно там тоже не растягиваться, потому что, блядь, хилам хили, там все время урон тикает. Давайте чек даю, будем сейчас тренироваться, пробовать. Потому что заебало, надо это говно уже убивать. Тем более мы, блядь, делаем плюс 0. Заходим все за ворота. Поставьте на всякий случай стоять, не надо пулить никуда. Поставь огурцы. Возьмите себе на всякий случай. Лишним оно не будет. Навязок себе тоже можно было. Возьмите все по огурчику. Ставлю метку на себя. Ставлю квадрат, тут сливается, блядь. Крест. Бегаем все за крестом. Чек даю на пул. В комнате, если вас пошли, дамажит, ответ. Пошли, 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 пошли. Становимся все в крест и будем шевелиться за мной. Все кучно в крест. Миша, тебе это тоже касается. Напуливайте обязательно на паладина и стоим кучно в кресте. Смещаемся левей. Мобы, РДДшники, просто, блядь, бейте его и все, и смещаемся. Сейчас смещаемся, у нас лужа проходит, расходит, надо зачем скучаться. Я сейчас говорил куда-то бежать. Крест, кстати, перекинулся какого-то хуя. Ладно, поставлю себе другую метку. Блядь. Поставлю звездочку. Блядь. Стойте пока в звездочке или в кресте. Не надо никуда бегать. Луж нету. Вперед-назад просто не шагайте, стойте ровно. Хватает ДПС, нормально все. Волшебник, стань к нам. Нахуй ты туда вышел? Вот скажи, пожалуйста. Лишние лужи не появляются, все нормально. Стань к нам сюда, волшебник. Не надо никуда пока бегать. Пошли, 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 пошли. Вот сюда забегайте сразу, будем стоять ждать. Вот тут остановились, стоим. Мобов напуливайте. Кто-то может на расстоянии подкидывайте какие-нибудь там доты, типа там койла, блять, хуйла. Смещаемся, смещаемся, смещаемся. Идем сюда. Перебежали, стали вот тут, остановились. Лоу хпшного моба добивайте, потом начинайте бить следующее. Сколько у него там хп, блядь? Смещаемся. Заезжайте, заезжайте, по-моему, жестко. Так, смещаемся. Моба забираем. Сколько у него хп? Не вижу, блядь. Ням 30. Не могу затаргетиться. В нее. Захиливайте рейд. Поднимайте по хп. Смещаемся по чуть-чуть. Я не могу, блядь, на нее нахуй натаргетиться, блядь. О, затаргет, 17%. Два моба убить и все. Смещаемся. Смещаемся. Я прохиливайте рейд. Косты мобам сбивайте. Шаманы, вас касается. Забери моба. На шамана хренжа не хватает. Смещаемся, смещаемся, смещаемся. Быстрее, лужа. Не надо нам лишних мобов. Заберите вот этого последнего. Оно же должно сдохнуть, блядь. Все, заливайте, да, этих мобов, лужи пропали, блядь. Смотрите аккуратно, мобы когда лопаются, наносят урон. Милики, можем бить. Побейте чуть-чуть, когда лоу хп будет, выбегаем. Так. Щупальца, большую сразу, маленькую, всю хуйню заливайте быстро. Мобов и щупальца. Этот, милики от мобов отошли. Заливайте этих мобов быстрее. Не подходите к ним, щупальцу большую, быстро РДД побежали, заливайте ее.
Большую щупальца, быстрей, блядь. Где ваш ДПС, блядь, по ней? Никто нахуй вообще не бьет. Большую, большую. Заебись. Косты он маленьким бьет. Сливайте. Не, мобы не добили, он как бы бьет нас, убивает. Нас это кого? Почему танк его не держит? Кого нас? Ну кого, блядь? Пятеро, ну, шестеро. Ну, когда моб умирает, он взрывается в 15 метров. Ну, я знаю. Ну, а эти пробегали мимо. А зачем вы туда пробегали мимо? Мимо того моба, который умирает? Они не знали, они думали, что... Да я только что об этом сказал, как не знали? Вы что, блядь, банан сухо не достали, нахуй, или что? К мобам, говорю, не подходить, они ауешат, когда умирают. Я этого не говорил, или что? Заходим? Ну, зайдите в портал, посмотрите хотя бы, что происходит, блядь, чтобы понимали. Вот, видите, зашли, комната, блядь, Штормграда, блядь. Вот этих мобов всех надо разъебать очень быстро, блядь. И надо хилить нас тут. Давайте, не хилимся, умираем. В комнате мобов этих всех потушили очень быстро, блядь. И потом откроются ворота в главный зал. Там будет мозг. Ты, по-моему, забыл сказать про лучи Сары, которые убивают. Про зеленый, в зеленый лучи не встаем. Блять, Слава ВМК взял, охуенно. Сейчас будем ждать минуту, блять. Текстуру. Так мобов и надо залить, никто не говорит, что их не бьем, блядь. Я же не говорил, оставляем мобов, нахуй, будем с ними бегать до конца, блядь, босса. Я сказал, бьем мобов, блядь. Смотрите, у них мало хп, они ауешат, когда умирают. Не подходите, блядь. Подошли три хила, хуяк, блядь, чири каждый из них нашел. Класс. Там просто они, когда кастуют вот эти стрелы по всему рейду, они эти стрелы, когда попадают, снижают отхил на 25%, а это хуево. Когда поэтому появляется большая щупальца, нажали свои ебаные инженерские сапоги, касается вас, РДД, и сразу пиздить ее. Называется она тяжелая щупальца, блядь.